нахожусь около сорта винограда универсального назначения под названием фиолетовый ранний. Это универсальный сорт, который обладает массой ягоды до 5 грамм, может даже до 6 доходить. Вот сейчас одна из ягод сопоставима с ногтем моего большого пальца. Значит, этот формат как раз и есть 5 грамм. Значит, черного цвета, грозди сигнальные не были большими, значит, но ягодки довольно крупные. Значит, заявлен как универсальный сорт и полностью соответствует заявкам. Значит, обладает морозостойкостью до минус 27 градусов, пригоден для культивирования в неукрывной культуре в некоторых регионах Украины. Значит, сорт очень раннего, сверхраннего срока созревания. Созрел он в начале августа, висит до сих пор без существенных потерь. Глаза вызревают у него очень хорошо, уже вот она вызрела практически доверху. Лист сорта фиолетовый ранний. Срежем одну из ягод для проведения дегустации. Значит, проведем разрез этой ягоды и ее оценку. Значит, несмотря на то, что цвет у нее темно-синий, мякоть у нее белая, не окрашенная. Значит, попробуем, как выделяется сок. Сок выделяется хорошо, очень сочная. И практически ягода не дает окраску при выдавливании. Возможно, со шкурки какие-то розовые оттенки перейдут. Значит, из этого сорта делалось знаменитое вино «Мускат степная роза». Значит, вкусовое качество сейчас оценим. Очень яркий мускат по вкусу. Значит, очень богатый мускат. Значит, с этого сорта можно приготавливать как мускатные соки неокрашенные, так и вина неокрашенные. Ну, в купаже с другими темными сортами, имеющими окраску сока, значит, можно приготавливать купажные вина ароматические с мускатным ароматом. Значит, этот сорт также пригоден для потребления в свежем виде, как универсальный сорт. Значит, обладает очень вкусной ягодой. Значит, рекомендую для любителей виноградарей, которые занимаются приготовлением соков и вина, значит, этот сорт под названием «Фиолетовый ранний».